Комплект для сна верблюд. Юль, но прежде я должна сказать, что это бестселлер, проверенный временем, проверенный экспертом и проверенный вами. Ну и нами тоже, потому что лично я сплю как раз именно на таком комплекте. Ты знаешь, у нас многие коллеги себе набрали и одеяло, и подушки. Комплект для сна верблюд действительно пользуется большой популярностью. И мне нравится то, что он сегодня появился вот как нельзя кстати в сезон пыльный, в сезон, когда у нас меняется погода. Мы ждали от лета солнышка, а у нас вон какая пасмурная погода. А у нас тучки. Это точно. Вот комплект для сна верблюд вовремя появился. И здорово, что стал спецпредложением дня. Больше возможностей у вас будет приобрести одеяло и подушки сразу одним комплектом. Комплект для сна верблюд у нас, Юля, еще и в 6 модификациях. Да, 6 вариантов размеров. Вот смотрите, одеялка у нас представлена в 3 размерах. Полутораспальный, двухспальный и евроразмер. А подушек 50 на 70 и 70 на 70, тоже 2 размера. И все это сочетается между собой, вы можете выбирать свои варианты комплектации. Вы их увидите позже на экране. Да, вы можете выбрать как одну подушку, так и 2 на свое усмотрение. Юль, ну многие могут задаться еще таким вопросом. Так. Все-таки лето, да. Пусть не во всех регионах, но во многих уже жарко. И зачем же мне на лето верблюд? А вот смотри, Ариша, одеяло представлено вот в такой всесезонной вариации. Оно облегченное, видите, не слишком толстое. И очень хорошо вентилируется верблюжья шерсть. И значит, под ней жарко не будет. Но одеяла все равно нужны. И какие-то варианты нужно нам предлагать. Вот я выбрала самый оптимальный именно для теплого сезона. Чтобы не было жарко, не было вот этого парникового эффекта. И одеялка облегченная, ты видишь, под ней будет приятно спать. Жарко не будет точно. Вот, это точно. Вот вспомните, лично я не могу летом спать ни под простынкой, ни под одеяльником. Мне все равно хочется одеяло, чтобы оно было легким, чтобы оно было приятным. Но и баланс, конечно, чтобы не было такой сауны эффекта, парникового эффекта в постели. Был комфорт. Юль, ну вот у тебя как раз в руках поставщик сырья для нашего комплекта для сна верблюд. Рассказывай, в чем преимущество верблюжьей шерсти. Да, вот посмотрите, в руках я держу наполнитель. Это натуральная верблюжья шерсть, которая находится в комплекте для сна верблюд. Верблюжья шерсть очень хороша для сезона пыльного и сезона аллергического, аллергенного. Почему? Потому что в волокнах верблюжьей шерсти находится вещество ланолин. Это природный животный воск, которым обладает верблюд. И верблюжье одеяло вот с древних времен считалось лечебным. Оно оказывает благотворное влияние на организм именно за счет содержания ланолина, потому что это вещество убивает болезнетворные бактерии. И вы чувствуете защищенность свою, то, что вы в полной гигиенической чистоте. Ну и мы, конечно, помним еще рецепты наших бабушек. Привязать пояс шерстью к спине, да, чтобы спинку прогреть, чтобы ничего не болело. Вот такие секреты, секреты здорового, крепкого сна, хорошего самочувствия. Мы сегодня предлагаем вам еще и по самой выгодной цене. Цене специального предложения дня. Если вы никогда еще не делали покупки, это отличная возможность начать знакомство. Стать частью дружной команды телеканала Шоп-н-Шоу, собрать всех друзей, тем самым еще и побороться за главный приз, ну и, конечно, поделиться просто секретами уюта. А еще я, Аришенька, поделюсь с тобой секретами красавиц египетских. Да, комплект для сна верблюд уютный, он создаст приятный теплый микроклимат в постели, в то же время не будет жарко, это защита и гигиена, но это еще и эффектный способ немножечко похудеть. Так делали красавицы в Древнем Египте. Спали под верблюжьими одеялами, представляете? Вот такой вот тепловой режим создает верблюжья шерсть, что просто не растет подкожная жировая клетчатка. Ну, не делятся клетки жировые. Это здорово. Это, конечно, просто такое сенсационное заявление, но это вот из истории. Я знаю, что так раньше было. Секреты красоты египетских красавиц мы сегодня тоже можем заполучить в свою спальню вместе с комплектом для сна верблюд. Это бестселлер, который не требует никаких слов. Он требует только одного от нас. Поскорее ему крыться. Верблюд — это хит, и это бестселлер телеканала Шоп-н-Шоп. Особенно те, кто пользовались, наши постоянные покупатели оценили качество комплекта для сна верблюд. Достаточно посмотреть, как отшито одеяло, вы видели, и кантом обработано. То есть абсолютно такую крепость придает кант во время стирки, не разойдется на слои
наше одеяло. Мелкосегментная стежечка здесь тоже гарантия того, что одеяло буграми не пойдет, что его можно будет постирать, и каждый вот сегмент будет сохранять свою мягкость, свою пышность, потому что наполнитель, вот каждый в своем домике, видишь, орешек, каждый одеяло в своем кармашке. Одеяло можно постирать, вы только вздумайтесь в эту фразу, насколько чистый, насколько свежий может быть наша спальня, не комкается, наполнитель не сбивается в комочки, а значит, наше одеяло всегда ровненько и аккуратненько. Ланолин еще и борется с бактериями, а значит, никакого неприятного запаха от спальных принадлежностей. Сегодня у нас 6 комплектаций, которые мы можем для себя выбрать. Юля, это может быть полутораспальное одеяло и одна подушка 50 на 70, а может быть и две подушки 70 на 70 и одеяло, например, евроразмера. А цены? Цены самые выгодные сегодня, ведь это специальное предложение дня. Бестселлер телеканала Shop & Show. Самый популярный комплект, которого уже меньше всего наличия, это на двухспальное одеяло и подушки 70 на 70. Но мы можем сегодня выбрать подушку 50 на 70, можем выбрать ее одну, а можем выбрать и две. И также наш любимый, Юля, размер это 70 на 70. Совершенно верно. Размера 2. Одеяло представлено в 3 размерах. Собирайте свой комплект и обновляйте прямо сейчас свою спальню. Пользуйтесь шансом, что сегодня уникальная натуральная верблюжья шерсть по такой привлекательной цене. Вы такого, правда, больше нигде не найдете, нигде не встретите. Ну, давайте про подушки мы поговорим. Мне уж очень хочется уделить им внимание. Орех, да, вот, Юля, конечно. Главное же, что в подушке. Не только какой там наполнитель, но и чтобы она держала свою форму. Ну, чтобы она элементарно была удобной. Конечно, чтобы вот не даже сбивалась. Да, вот даже медики говорят, вот если вам на подушке удобно, это ваша подушка. Выбирайте свою удобную подушку, выбирайте ее правильной высоты. Вот у подушки из комплекта для сна верблюд достаточно высоты, чтобы вы не подкладывали. Вам вот просто желания не будет подкладывать руку вот так вот, да, во время сна, то есть высоту добавлять, потому что, посмотрите, она какая пышная. И каким хорошим возвратным эффектом обладает, ну, ортопедическими свойствами. Берите сразу 2 комплекта для сна верблюд.